Всем привет, с вами проект Варгонза, и мы сейчас находимся в госпитале, чтобы навестить Рустама Худайнурова, того самого парня, который в нашем умершем ролике, который наши украинские товарищи выбросили в сеть, отбрасывает от себя гранаты. Очень храбрый парень, сейчас мы его с вами навестим. Привет, брат, но в представлении ты уже не нуждаешься, я думаю, все тебя знают, много уже где видели, но самое твое вот это вот главное видео, это видео, как ты отбрасываешь от себя гранаты. Расскажи, пожалуйста, где это произошло, как это произошло? Направление места происшедшего я не могу сказать, это... Военная тайна? Да. Так получилось, везение, больше везения. И мне в инструкторах говорили, что у тебя есть 5 секунд, чтобы среагировать на гранату. У меня было время, среагировал. Ну, как обычно, поставили боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции, укропов. Вышли на позиции, прошли окоп и сели, ждали, как говорится, команды на штурм, прикрытие. Ну и с откуда ни возьмись прилетела птичка, услышали, начали стрелять. И буквально после 2-3 выстрелов в очередей взорвалось. Он что-то скинул и взорвалось. Меня чуть-чуть отбросило. Так, в ушах шум, в голове. Сразу посмотрел на себя. Не в очень хорошем состоянии. Кровище. И на несколько секунд, наверное, отключился. И потом начал ползком отползать от этой точки. Сколько сил было. И он, беспилотник, подлетал, скидывал и улетал. Я перебежками, как мог, с трудом подымался, шел, начинал идти и падал. Терял сознание. И вот так мелкими, по 3, по 5 метров, я дошел до своих. Есть какие-то у тебя с высоты твоего опыта, грубо говоря, наставления для парней на передке в подобных случаях? Наверное, не паниковать, слушать воздух. Это, наверное, самое главное. Прислушиваться, больше ничего, и без паники, лучше отбежать, время есть, лучше отбежать и спрятаться. Это у меня безвыходная ситуация, я не мог бежать, идти, я лежал. А если есть возможность, лучше бежать от него, он так, ему тяжелее попасть. История забавная. Привезли меня в больницу и начали осмотр. Бинты налаживать, обмывать, зашивать. И, как обычно, опрос был. И спросили, сколько мне лет. Я спросил, сколько сейчас время. 12 до 12 или после. У меня врач узнал, спрашивает, а зачем тебе это надо? Я говорю, если после 12, то мне 41. Если до 12, мне 40. Просто это случилось 30 числа, а 31 у меня день рождения. Это тебе подарок был? Да, подарок судьбы. Да. Это точно. А как вообще самочувствие в целом? Болит, беспокоит. Нога, голова сильно. Руки трясутся.
Последствия контузии просто налицо. Ну, как сейчас вспоминать, вообще страшно об этом? Вспоминать, конечно. Ну, главное, что все уже позади. Пережито. Не знаю, знаешь ты или нет, в интернете дети видеоролики монтируют, в которых на них там скидывают игрушки мягкие, еще какие-то, они их откидывают и потом показывают Russia Strong. Как ты вообще, твое отношение к этому, если ты видел? Видел несколько роликов. Ни обиды никакой нету, просто не могу сказать. Ничего к ним, ни претензий. Никакого негатива, то есть? Негатива нету, не знаю. Ну да, было бы на что обижаться. Да.